не выскочить. События встречи, возможность прожить непрожитую жизнь, события портал, события тоннель, с необходимостью долженствования втягивает в турбулентность потока, не выскочить, приливной волной смывает, не выплыть. И даже если ты отказываешься от телесного скафандра, в надежде задохнуться в невесомости космоса, так трактуя возможность своего свободного выбора пройти мимо и телесным скафандром заткнуть полынью события, необходимость как бы возможности возьмет тебя своими цепкими пальцами и прижмет намертво к своей груди в страстном объятии. Тебе кажется, что мир без тела – это эфемерный мир, это жесткая кристаллическая решетка, и ты не выберешься из нее, пока не пройдешь все уровни. Только тогда, на выходе, ты сможешь снова нырнуть в свой телесный скафандр и задышать в безопасности. Твоя свобода лишь в том, чтобы быть по ту или по эту сторону полыньи и проживать свою иную жизнь в теле или без. Не выскочить.